안녕하세요. 킹조 코크로치입니다. 도끼부리 보시오. 좋지. 만납시다. 짜라라 짝짝 짜라라 자궁자 자궁자 뿌르하. 도끼부리 부리부리 잡아잡아 코크로치. 도끼부리 부리부리 잡아잡아 코크로치. 도끼부리 부리부리 잡아잡아 코코로지. 노조르떼 노조르떼 좋아좋아 슈라. 노조르떼 부슈. 도끼부리니 코코로지에스. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг Шулерман Сиома. И это уже третий ролик про отвергнутых богов. И тут я, пожалуй, хочу кое-что искренне сказать. Я планировал эту серию роликов как некий мой спокойный и мягкий возврат в лоно создания роликов из серии «Кратко про». Стримы морально выворачивают меня наизнанку, и у меня после 2 лет постоянных стримов сложилось впечатление, что я буквально портрет Дориана Грея, а потому я планировал, что достаточно легко ментально вольюсь в привычный ритм и снова стану человеком, но это игра. Изучаем игру дальше. В прошлый раз мы остановились на том, что бездарно потратили время на 2 братов-акробатов, и ныне нам надо идти к Торосу или Горну. Иду, конечно же, к Торосу, ибо по сюжету, если пойти сразу к Горну и внести огромную сумму денег, то можно скипнуть 1/3 игры. Вы меня уж, конечно, извините, но я не наркоман, чтобы за большие бабки жизнь скипать, а потому изучаем индусяцкие бериндейки по максимуму. Мы снова в Трелесе, в месте, где полно агрессивных орков-чуханов и сидит Торос. Место это я, кстати, обобрал до ниточки, и в душе я бурый аферист. А шепетоха наш так тем более против криминала ничего не имеет. А еще я поспал в кровати Тороса, но чисто чтобы он думал, что шепетоха хаотичный ебубо и боялся. Я пришел из Гельдерна. И тут снова происходит тотальная шиза. Герой докапывается и требует, чтобы Торос прекратил нападать на караван Гельдерна. Ответ убил. Я понятия не имею об этих делах. Хотя мои запасы руды и оружия определенно на этом возросли. Правда? Живите по правде. Это типа он так издевается над нами, устраивает нам черный троллинг. Ты что, Энди Кауфманом себя возомнил? Я, кстати, фанат американской истории X, меня тоже в тюрьме жарили. После этого шепетоха предлагает свою помощь в установлении мира, но тут ответ так и вовсе добил выстрелом впросак. Слушай, время сейчас трудное. Верить никому нельзя. Хочешь помочь? Докажи мне, что тебе можно верить. Ты дебил? Кто? Ну, дебил. Извинитесь, пожалуйста. Чтобы чего-то достигнуть, надо поработать на некого Оша, который тут тип заправляет местным хозяйством. Ладно. Хорошо, мне пора. Да и не забывай, как говорится... Что? Все будет хорошо. Я себе сейчас молотком по руке ударю. Стой! У меня для тебя новое задание. Да ты, чурка. Не успели мы отойти, как Торус нас запряг отвезти несколько важных шишек Кану, который находится в данный момент в Монтере. Там будет политическая мразь Туса с спидовками в честь Торуса, да. Как я вам уже говорил, это достаточно популярный здесь тип квестов. Идти в точку Б из точки А прошлый век. Братья Гумпта инноваторы, а потому из точки А в точку Б мы вводим неписи. Вот так, плюс 5 баллов творению ремесленников из Индии. Это как дальнобойщики, но только пешком. Идем болтать с Ошем. Мне не нужен помощник. Понял. Так что, я пошел? Нет. Он тоже посылает нас в Монтеру, а именно отнести тамошним уркам запасы ресурсов, дабы они были готовы к набегам солдат Горна. И это очень удачно, ибо орков нам надо вести примерно туда же. Ладно, давайте соберем ребят и почапаем. Иди прочь!
От тебя воняет! Понимаю. Увы, но с приездом соевых релокантов жители Тбилиси вынужден произносить данную фразу гораздо чаще обычного. Ой, а не подскажете, а где у вас тут вкусвилл? Орки ворчат, но соглашаются отправиться с нами в Монтеру. Прогулка ламповая, солнышко светит, воздух свежий, а компашка плавно идет и готова совершать военные преступления. Именно сейчас я решил воспользоваться халявной военной силой, да чутка пофармить. И все бы ничего, но я наткнулся на небольшую избушку с семейкой, которая находится у орков в ректальном рабстве. А от орков сейчас много проблем? Иногда они для развлечения бьют наших сыновей. Да, семья буквально выполняет для орков самую черную работу в обмен на просрочку из пятерочки. Эти бедолаги находятся в настолько бедственном положении, что и глава семьи нам делает неожиданное предложение. Вы кажетесь добрым человеком. Прошу, купите одного из моих сыновей. Что? Хрена себе, челопиздик возомнился Джефф Рипштуйном, причем цены-то не кусачьи. 200 монет за сына. Чтобы вы знали, 200 монет в этой игре — это две чекушки Имбы Энерджи. Разумеется, от такого предложения мы не отказываемся. Мало того, поскольку наш главный герой ярый праворадикальный националист, более подходящий выбор будет покупка младшего сына. И не забывайте, что за всем происходящим наблюдают три орочих рожи, которым ничего не остается, кроме как синхронно охреневать от происходящего. Он только что купил фембоя. Сейчас наденет на него чулки и заставит долбиться в мужино. И что теперь с тобой делать? Дать леща сломать колени. О, прошу, не бейте меня, сэр. Вообще, как бы это ни было печально, вся покупка пацана — это по факту просто обычный квест. Пацан наводит нас на орков и их тайник в лесу. За компанию с орками мы убиваем орков и отпускаем пацана. Почему бы тебе не вернуться к маме с папой, сынок? Надеюсь, ты станешь смелее с возрастом. Этот малолетний поскребок даже спасибо не сказал за нашу щедрость. Позорище. Ну ладно, идем в Монтеру. На пути нам почему-то попадается орда зомбарей, и это никак не аргументировано. Просто вот ни с того ни с сего на ферме собралась куча мертвых бомжей. Ну, раз игра не может составить лор, то его составлю я. На самом деле это не зомби, а люди, познавшие весь лор с кибиди туалетов. Более они не люди, а каловые крокозябрики. И вот мы в Монтере. Ля, какой бублик над башкой закинул. Ну реально Зис. Хотя по характеру и внешке он больше похож на потенциального сына Шкредова и Казунола. Что тебе нужно, человек? Я занят. Тут заведует Кан, и именно с него начинается лютейшая духотория, от которой ошизеть можно. Здесь нужные тебе силы. Сам вижу, человечишка. У меня для тебя задание. Да ты мразь! Да. Не успеваем мы отдать трех булдык, как он сразу же вешает на нас следующий квест, а именно припереться в лагерь людей Горна и предложить тамошнему командиру перемирие. Подарок командиру — надо вручить пленника. Отведи с собой этого пленника в знак мира. Хорошо, мне пора. Стой! У меня для тебя новое задание. Да ты... Мне мусор, милоскот! Да, не успеваем мы отойти, как он снова неожиданно на нас накидывает еще один квест, а именно квест по поиску некого артефакта. Спасибо, братишка, накидал работенка чисто, чтоб не жить бедом не казалось. Но вот только вопрос, а какого хрена я вообще должен работать на какого-то Кана? Ты вообще кто такой? Иди тебе в густо! Стоишь в лухарской броне и весь из себя важный хрен бумажный! И нам ничего не остается, кроме как идти и выполнять работу, которую нам дали, иначе по сюжету не продвинемся. Ну, короче, терпим дальше. Духота начинается с того, что пленник пися непростая и просит сначала отвезти его к жене, ибо он жесть как соскучился по ней. Если бы это была игра с выбором, то наш бы герой поступил бы как настоящий панк и пленнику колени сломал бы за такую наглость, но увы. С пленником я гуляю по природе и натыкаюсь на хату, где обитает поехавший друид. Приветствую. Здесь нет ничего смешного! Этот психопат, скорее всего, пьет свою забродившую мочу, а возможно и не свою. Убеждает нас, что, мол, он создал волшебный боярышник, который превращает выпившего в демона, возможно, в Аджелинка. Он просит нас найти потенциальных покупателей на это зелье, а именно Горна или Торуса. Мы соглашаемся, ибо сейчас идем в лагерь Горна, а это нам, считай, по пути. И тут я, конечно же, ошибся. Помните задание от Оши отнести оркам припасы? Этот лагерь сейчас на нашем пути. Буквально на границе с лагерем Горна и Готы, где Горн обитает. Я думал, ща отдам припасы, да хрен бы с ним, и все бы ничего. Но на нашем пути встает некий орк, который говорит, что «Эвнет балет гохты генды! Иди отнеси эти припасы Торусу, чтобы он их осмотрел». Зачем ему смотреть на них? Я не задаю вопросов, и ты не задавай. Немедленно отнеси ему зелье. Хорошо, отнесу.
Какой же главный герой Лопушина етит меня в бунгало, и как бы по идее ничего страшного, возьму да телепортнусь, благо камни телепортации есть, но нет. С нами же пленник находится, а значит, если я телепортнусь, то пленник не телепортнется и останется на месте, а поскольку это низкобюджетная игра от братьев Гумпта, то есть шанс, что этот пленник еще и потеряется где-нибудь, а мне потом письма жди меня писать, так что я просто беру и бегу обратно к Торусу, я же обожаю бегать, я же обожаю ходить по Миртань, я же патриот березки, ух. У Торуса наш герой, конечно, интересуется, мол, почему так? И вот что слышит. Потому что мне время девать некуда, понял? Ты когда-нибудь перестанешь совать свой нос в мои дела? Понимаю. А, ну тогда ладушки, плюс оладушки. Претензий не имею. Еще мы Торусу докладываем о предложении безумного алхимика, на что Торус отвечает, что знает этого алхимика, он конченый, а потому отправит по его душу орков, чтобы они его убили. И все бы ничего, но как вы помните, это игрокал говна, а потому орки потом просто спавнятся у шамана и просто уходят, не тронув его, а сам квест багается, и больше ничего мы сделать не можем. Чего ты хочешь, Морра? Я хочу пиццы. Вот эта игра. Baldur's Gate до него как до Китая раком, на коленях, с чугунным батплагом. Мало того, после этого Торус отправляет нас сразу к Ошу, ибо у нас и так дел мало, видимо. А Ош, падла такая, отправляет нас в пещеру ползунов за чашей Корголома. Чашу? Корколома? Колома? Удивление вполне справедливое, ибо я удивлен, что разрабы в принципе знают, кто такой Короголом. В любом случае, игра нам так и не поясняет, при чем здесь Короголом, зачем нам искать чашу, и что это за чаша вообще такая. Зачем он Торусу? Что он делает? Я не задаю вопросов, а выполняю приказы. Я для вас переведу, а именно через Оши разрабы как бы говорят: «Эй, игрок, иди соси губой тряси». Около пещеры нас, кстати, ждет странник, который говорит, что в пещере спрятан еще один элемент доспеха, но доспех мы в любом случае пока не получим, а потому закатали губу, убили ползунов, забрали весь квестовый кал и идем уже относить эти чертовы припасы. Относим припасы, но до орков мы, конечно же, опять идем, ибо я ходить просто обожаю в играх, меня хлебом не корми, дай походить по землям Миртаны родненькой. Приносим припасы. Орк говорит спасибо и спрашивает, как дела у Оша. Ибо, по его словам, Ош в последнее время что-то с башкой не так. Ох, мой славный солнечный ребенок, ты если не заметил, тут у каждого первого котелок фит-фит делает. С пленником мы идем через лагерь, и нас, конечно, никто не останавливает, не спрашивает, шпион или мы, нет. Мы спокойно доходим до жены нашего пленника, и мужик благодарит нас, и, по идее, должен пойти поговорить с женой, ведь он ее давно не видел. Но вместо этого он встает около дома и начинает бухать. Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Вместо него с женой говорим мы. Ваш муж хочет увидеть вас, госпожа. Кан отпустил его. О, Галин, мы так по нем скучали. Жена его, кстати, шизанутая на всю голову, ибо хочет, чтобы горну отрубили башку, а главным стал Торус, который ее мужа в плен взял. Вы хотели бы, чтобы правил Торус? Да. Но голову горна я хочу еще больше. Нормально так, тупо контркультурщина. Устрой, дестрой, теплое молоко с пенкой, отстой. После разговора с ней наш ГГ говорит с пленником, и тот просит позаботиться о жене, а именно притаранить ей 10 мешков с пшеницей. Видимо, его жена голубь. Короче, мы ведем пленник Габриэлю. Говори, воин. У меня послание от Кана. Он предлагает перемирие. Весьма неожиданно. Габриэль нормчел, благодарит за пленника, но Кана опрокидывает через писяндрик и от перемирия отказывается. У Кана от подобного горит очело, а потому он теперь отправляет нас в Кабдун-кузнецу, дабы тот наковал солдатам брони и мечей для будущих битв супротив человеков. Правда, почему кузнец и склад с важным обмундированием находятся так далеко в другой части карты, я не знаю. Да ладно, это мы тут, кривозубые гражданские, не понимаем, как снабжение работает. И именно сейчас, я думаю, вполне можно забить на это болт чутко и заняться отложенным квестом, связанным с неким артефакт. Мы идем узнавать насчет артефакта у орка-шамана. Он говорит, что артефакт у орка Урбануса, тот самый орк, который говорил, что от нас воняет. От тебя жутко воняет! Не подходи ко мне! Что-то самим воняет, а кошки-то нет? Он говорит, что артефакт украли воры, и надо по-хорошему пойти их в лагерь. И тут игра начинает вот знатно кривить свои хари. Бодиты со слов Урбы Ануса находится около Кабдуна, но мы туда не пойдем, ибо по логике квеста нам не надо идти туда одному, нам надо попросить Кана отпустить Урбануса, но он не отпустит его, пока мы не найдем ему замену. Чтобы заиметь замену, надо найти некого Артура, а Артура мы просто так не найдем. Нет, сначала надо просить всех воинов Миртани, но никто четкого ответа не дает. Все дрочат меня фразами, а-ля Артур парень непростой, он найдет тебя сам, Артур человек опасный, его просто так не находят. И лишь под конец мне случайный чел говорит: «Приветствую. Тебе известно, где можно найти Артура?» Это,
фишка, что нет озвучки. Понял. Ой, спасибо. Вот нельзя было так сразу сказать, а не пердеть саспенсом на ее персоте. Ах, да. Посмотрите, какую я себе шапку кретинскую купил. Будто какой-то чугунок на башку напялил. Значит, идем теперь в Кабдун. Ох, опять топать. Класс. На пути нашим оказываются орки-дезертиры. Вы все, похоже, отстали от своего полка. Что случилось? Посмотри на нас, кого ты видишь? Дезертиров, свиней. Воинов-орков! Да, и я об этом. Ниху-о-хо-хо-хо. Я, конечно, дико извиняюсь, но за такие юмористические обороты вполне можно законно зубов лишиться. Орки жалуются, что их командир кретин, который вместо адекватных боевых задач заставляет страдать фигней. Видимо, траву там косить, дачу копать, бор лопатой подметать, танцевать перед ним, пока он с офицерами крутит трофейную чачу. Они просят нас набить ему рыло и попустить. И лишь после этого они вернутся к своим обязанностям, и все бы ничего, но после того, как я сходил и набил этому командиру рыло, они лишь сказали мне спасибо. Спасибо, и дальше остались тут чилить, бухать, дадут шмаль. Интересный квест, однако, наводит на разные философские мыслишки. Иду я дальше до Кабдуна, но, как обычно, не дохожу. Приветствую. О боже, меч, не вынимай его. Волтер, убери свой меч. Я смертельно боюсь острых предметов. В чем дело-то? Этот орк в душе хипарь и пацифист, а потому он просит нас отвезти его в место обитания ему подобных, дабы он мог не участвовать в боевых действиях. Мне не нравится, как болтается твой... Нашему герою забот нужен полный рот, и он, конечно же, соглашается. В битвах он нам не помогает, а потому, когда мы мрем, этот дурачок багается. Ой... Таких на фронте только отправлять поля разминировать лопатами. Довожу его до логова, подобных ему, и усыпляю всех. При касте массового сна все ребята роняют оружие из рук, а потому я их спокойно убиваю. Почему, не знаю. Тут даже нет никакой шутки, никакого месседжа. Я даже не испытываю к ним ненависти. Я просто делаю то, что сделал бы наш главный герой, и вон сумасшедший шиз с людоедскими мировоззрениями. Just like me, for real. И вот мы наконец-то в Кабдуне. Тут квестов почти не будет, и посетив его один раз, больше смысла возвращаться нет. Мы находим Артура, и это, короче, оказывается какой-то скуф-подпивасник, который подсказывает нам, что Урбануса может заменить некий морг. А еще он почему-то ведет себя прямо очень секретно. Где мне его найти? В Кабдуне. Быстро. Уходи. Никто не должен нас вместе видеть. Хорошо, мне пора. И помни, этого разговора не было. А что в этом такого? Ты что, закон нарушаешь или что? Или вас тут за хорошее отношение к другим в туза жарят? Я не знаю. Находим морга и берем его в охапку. Он, кстати, не против. Вот это я понимаю. Быть готовым за любой кипиш, кроме голодовки. Хорошо, но оставайся на расстоянии. Я не люблю людей. Just like me, for real. Перед уходом, кстати, надо еще заскочить к кузнецу, ибо Кан просил притаранить доспехи и мечи. Но, увы, тут чутка жопоболь началась. Начнем с того, что чел звучит буквально как колдовый анимешник, у которого еще пушок на яйках не вырос. Меня прислал Кал. Он хочет еще 3 комплекта брони и оружия. О, нет. У меня есть 2 набора. Но на 3-й не хватит волшебной руды. Что делать? Что делать? Перестань совать член в пылесос. Но ущербно тут не это, а то, что ему нужна руда, которая находится на складе. Но нам ее надо не попросить, а украсть. Почему так? Непонятно. Почему мы не можем попросить отдать руду от имени Кана? Я тоже не знаю, но я ее ворую, разумеется, не с первого раза. И отдаю чему этому? Готово. Мои пальцы, то есть моя руда. Держи. Тебе спасибо. Прости, старая оружейная шутка. Спасибо, воин, ты спас мне жизнь. А в чем шутка? Я не понял. Да не надо понимать. Готика это не про понимаю, это про хрен я его знаю, как эрегировать. I have a пальцы, I have руда. Ливаем Кану, но Кан тоже не так прост и говорит нам с полученной снарягой идти не к нему, а к Торусу. И я, конечно же, иду, ибо мне делать-то больше нечего, кроме как работать, принеси подайкой. На, подавись, собака. Теперь с моргом заменяем Урбануса и уже с Урбанусом идем бить воров. Воров избили, артефакт забрали, но по этому поводу нам Урбанус даже комментария не дал. Чего ты хочешь, Морра? И просто в развалочку почапал обратно в лагерь. Хотя бы вонючкой снова обозвал бы, я бы понял. Это, кстати, одна из причин, почему в этом ролике многие диалоги я вам не показываю. Ибо, увы, но чем дальше идет игра, тем она больше обедняется на контент. Диалоги порой упрощаются до «а теперь неси кал тому», или же вовсе диалогов нет. И я даже не преувеличиваю вот юмора ради. Короче, как, например, вот сейчас смотрите. Готово, артефакт у меня.
ущербно, да? Диалоги дрянь, озвучки уже нет. Ну, возможно же, есть еще примеры. Давайте отнесем амулет Кану. Вот это да, вот это дополнение. А я даже поясню, почему так. Тут даже нет вины братьев Гумпта. Просто Джо Вуда на разработку дополнения выделили бюджет в размере 2 тарелки до ресниц с рисом. Да. Кстати, насчет амулета есть забавное наблюдение. Аджит говорит нам отнести амулет Кану, одаривая опытом за задание. А само задание завершается. Но после отдачи амулета Кану мы ничего не получаем. А потому, по сути, амулет можно спокойно оставить себе вот так. Кстати, на этом задание Торуса и Кана заканчиваются. Данный сегмент пройден, а значит, потихоньку можно заканчивать ролик. Но заканчиваем на таинственной ноте. Ибо в следующем видосе будет самый настоящий адский караул. Почему? А потому что Ош просит нас отправить Горну от имени Торуса послание о перемирии. Там такой индийский гейминг начнется и такое натуральное ВСЖ, что даже вы через экран немного да затерпите. А на сегодня все, дорогие мои друзья. До скорых встреч! Out on the streets, the nights are cold, and in a corner...